В Магнитогорске найдено тело молодого парня. По предварительным данным, он купался в реке и утонул. Погибшему было 18 лет. Есть информация, что парня нашли в районе так называемой Вышки. Местные называют это место проклятым. Есть информация, что парень очень тосковал по матери. Женщина умерла 2 года назад. Как сообщает тетя мальчика, купаться племянник отправился один. Точная причина гибели молодого человека сейчас устанавливается. По предварительным данным, травм на его теле не обнаружили. Не исключен несчастный случай. Накануне в Магнитогорске нашли еще одного утопленника. На пляже за Динамо труп. На место прибыли правоохранители, тело извлекли из воды. За всем наблюдали отдыхающие. Причина гибели человека выясняется.